Так молодую картошку вы еще не готовили. Картофель хорошо промыть, наколоть шпажкой в нескольких местах, пересыпать плотный полиэтиленовый пакет, смешать соус терияки, горчицу, соевый соус, половину растительного масла, соль, перец по вкусу. Влить маринад к картофелю. Мариновать 15-20 минут. Выложить в форму для запекания. Запекать до готовности примерно 50-60 минут. Зелень мелко нарезать. Добавить натертый чеснок. Влить вторую половину масла. Перемешать. Достать запеченный картофель из духовки. Сдобрить заправкой. Подавать к столу.